вообще мусора после зимы на улицах? Очень много. Пыли много. Пыли много, очень много. А пыль никто не убирает. Не, Антон, на сегодня это вот инициатива чья была по уборке? Вам руководство сказало. Руководство сказало, да? Но вы сегодня, как бы, у вас рабочий день полноценный, не в отпуске, не, нет, там, не в отгулах. Рабочий день. И сейчас рабочий день. Да. Чьи указания по выйти на субботу? Это вопрос не ко мне. Не, ну вас-то кто отправил? Вчера. Вы же руководитель, ну скажите. Я просто, почему не решили, что я руководитель? Видимо, тут я одна тут убираюсь. Вы исполняете обязанности заместителя главы сейчас. Мы так поняли. Руководителя никого в городе нет. Но сегодня кто людей-то направил сюда? Нам давали пойти в какие места наши. А выйти в рабочее время. Я понял, что сейчас рабочее время. Рабочий. Да, у нас рабочее, но у нас остались в кабинетах, у нас по одному человеку остались. Процесс как бы у нас нет. В вашей должностной инструкции есть подметать улицы города? Нет? Ну почему без комментариев?